Обознавшийся киллер рассказал еще об одном неординарном убийстве. Вспомнил о нем через несколько месяцев жизни в крестах. В следственном изоляторе 50-летний Андрей Артюхин оказался в конце февраля. Спустя считанные дни после того, как у гимназии в Выборгском районе был смертельно ранен водитель одного из петербургских юристов. Он привез детей своего работодателя на занятия. Подошел мужчина в медицинской маске и на глазах у школьников выстрелил в водителя несколько раз. Вскоре оперативники угрозыска задержали стрелка и предполагаемого заказчика тоже. Это Гинтерас Раугаскас. По версии следствия, тот поручил убить юриста, но Артюхин все перепутал и застрелил водителя. Теперь мужчина поведал о том, как в 2005-м расправился в Великом Новгороде с банкиром Алексеем Крюком. Зашел в комнату, взял пистолет, подготовил его к стрельбе, подошел. Крюк сидел в этом кресле, я сделал 3 выстрела. Он, то есть, понял, что он мертв. Выяснилось, что бизнесмен нанял Андрея Артюхина для убийства новгородского криминального авторитета, но у того оказалась очень мощная охрана. Рисковать киллер не захотел, возвращать заказчику 15 тысяч долларов аванса тоже. Проблему решил 3 пулями. Сегодня мужчине предъявили более суровое обвинение. Фигуранту в настоящее время предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, убийство 2 лиц из корыстных побуждений. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и формирование доказательственной базы по уголовному делу.